Бывший директор оборонного завода и депутат горсовета мог похитить почти 2 миллиона рублей, заключив фиктивный контракт. Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении экс-руководителя башкирского производственного объединения «Прогресс». Установлено, что в 2021 году генеральный директор предприятия заключил с аффилированной компанией фиктивные договоры на разработку и поставку программного обеспечения, предназначенного для автоматизации производства, и перечислил деньги в счет оплаты якобы произведенных работ. Фактически же сделали сами сотрудники «Прогресса» всю эту работу, а деньги руководитель присвоил себе. На основании переданных у ФСБ результатов оперативно-розыскной деятельности региональным следственным комитетом в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело за мошенничество. Сейчас проводятся следственные действия, допрашиваются свидетели и другие участники преступной схемы.